Эшки, всем, я Квас, и я рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас Escape Academy, то же самое, что Escape Simulator, но со своим сюжетом, своими задачками и так далее. Здесь есть кооператив, мы заметили, что вроде как на двоих, и поэтому с коллегой решили поиграть. Но что из этого получилось, смотрите далее. Прологи. Пролог? Короче... Держите бумагу, мало ли обосрётесь, они пишут. А? Динг? Динг. Что? Она у меня без звука разговаривает, нормально? Да, она просто... Мой партнер все еще читает. Да, простите, уж. По слогам просто читает. Иди в задницу. Взад, клик, тап, shift. Все понятно. Я расписался. Я даже прочитать не успел. Ну ладно. Так. Escape the room. Ёба. Да ладно. А нахера? А я не знаю. О, а я девочка. А. Смотри, блин, как тебе моя жопа? У меня нормально. Вот его плоская. А, блин, а на ролике было не так. Ну ладно, блин, а почему? Может как-то этот? А, нажми Z. Чё ты это упишь? Да? Ага. Прям хорошо. Я аж испугался. Да уж. Так. Ну короче, я посижу. А ты решай. А, кстати... О, X надо нажимать, хинт. Так, это секрет сосредоточения стыку. Да я прикалываюсь, X не жми, короче. Так. Escape rooms. У меня есть желтый кубок с буквой R. If you look, you can так, never leave. Leave. And... Это, ладно, не успел. А, это кукла. Так, у меня есть желтый кубок с буквой R, если что. А у меня красный кубок с буквой E. Угу. Так. А, значит, кстати, тут у нас есть. Так, посмотри не на часы, короче, чтобы открыть замок. Посмотри на часы, чтобы открыть замок. 12:30. Так, 12:30. Синий. Еще один кубок, да. Ну и по цветам. Синий, желтый, красный, красный. Синий, желтый, красный, красный. Угу. Синий, желтый, красный. А, ну все, мы уже можем. То есть вот здесь вот. Синий, F. R. F. R. E. E. Ключик. Ключ правды. Cheese of truth. Изи катка. Дальше. Все, игра закончена. Not much of an escape. Не очень много выхода. Где работник? Она что, убежала? Это очень странно. По съебам. А, я думаю, что у меня происходит. О, что, я тебе могу идем? Дать. Я тебе могу дать. Здесь, чувак. Так, ты мне можешь дать, давай прямо здесь. Но мне я наклоняюсь, подожди. А, я не могу наклоняться, не умею. Да, тут прям беда с этим. Не наклониться, да. Не прыгнуть. Так, что мы делаем? Я, как обычно, собираю всякое говно. Да, только проблема в том, что теперь я не вижу, что у тебя там в штанах. Но я могу тебе дать. О, ничего себе. А как давать? А, вижу, да. Можешь мне дать. Так, Quantis Tax Services. О, если что, можно влево-вправо переключать эти. Или, наверное, нет, колесиком чего-то нельзя. О.
короче, я выкину это нафиг. Как это выкинуть? О, я сожрал. Да, я что-то съел. О, можно еще пинить. Так, тут сканер какой-то. Рыба. Как выкидывать? Ты мне отдал какое-то говно, я тебе не знаю, как от него избавиться. Всё, держи. Лейтрос. А это N, B это O. Понятно? Понятно. Сорченник тут, конечно. Ну, почти как у меня дома на самом деле. Нам нужно топор, судя по всему, получить. Да. Который нужно разбить чем-то, что... Скорее всего, точнее, нужно... Remember... Это как ее у... Девушки, которая была за ресепшеном, было написано: не забывай выглядеть уставшей. Скучающий. Так. Всем промис, да. Короче, мы подаем надежды, нам говорят. Ну, либо это не про нас. Что ты там включил? Матч. Ага, какие-то тесты. Так, я могу потыкать каналы. Что-то как-то похоже, это пока бессмысленно. Enter и Fidel. Ну давай, зайди, если посмеешь. Try not to die. Not today. Not что-то much. Тут не особо что можно потыкать. У нас, кстати, время вышло. А оно не шло. Да? Да, его не было здесь. Мы сейчас в промежуточной зоне без времени. Что-то подозрительное здесь. Нужно осмотреться, мне говорят. А, это я двери смотрю. Логично. Кстати, за нами вот камера следит. Да? О. А где? А вот он. А, ну-ка. О, реально. Ой, а подожди, можешь подойти? А теперь вот сделай так, чтобы камера следила за тобой. Она будет за тобой следить? Да, вот. А вот сейчас она за мной следит, да? Ага. А, все, я просто подумал, может быть, у меня на твоем экране она будет следить за тобой, а она на моем за мной. О, тут есть замок, кстати. Да, только это ничего не дает. Да, это ничего не дает пока что. Никто ничего не дает. Так. Хорошо. Это ты все. Ты не понял, как выкидывать эти вещи? Не-а. И клавиатуры тут нет, никак не настраивается. Так, что у тебя в карманах? А, ну это шифр Цезаря опять. О! Так. А, все-таки они нужны даже, да? Можешь отойти, ты мне мешаешь. Спасибо. Дай-ка проверю. Да, мешаю, реально. А, ну вот, кстати, код есть. Ачив написано. А у нас есть куда вести этот код? А подожди... А, тут просто... Я тебя выпнул из учебника? Нет. Я думаю, может, провода как каким-то образом можно проверить, куда они ведут. Но нет. Так, ну там несколько... А, нет, это и про другое было. Так, escape. Слишком много букв. Так, а давай посмотрим, что нам за слово хотят сказать.
То есть у нас получается... Убери гоу, пожалуйста. Спасибо. NPU Virir. Слушай, а ты смотрел на майки? Да. Да, они что-то делают, но я их не присматривался. Почему-то я пропустил. Что-то не так, он говорит с ними. Пятое место. То есть вверх, вправо, вниз. А, господи, продиктуй мне, пожалуйста. А, я понял. Вверх, вправо. Вниз, вверх, вправо. О. Да. Его. Вот. Врону. Ну вот, собственно, ВРО у нас получается. NYYVR и... ВРО это у нас J. Я стою тут. Можешь вернуться туда? А зачем? У меня записано. А, ну так у нас есть разделение экрана. Ты мог бы там просто стоять. Я хочу быть полезным, а не чтобы ты считывал с моего экрана. Давай, я тоже буду с твоего экрана смотреть. Все, давай. J, да. Дальше что у нас получается? R, E, O, B. B. Да, джеб. Давай, вставляй джеба в первую. Так. Да, вот она. Ага. Дальше получается... Y R это как раз E. Подожди, нет, чё? Чё? V? А V тогда что? V я что-то перепутал. V это I. L I. Алие, короче, второе. Алие. А это получается. Вот это, наверное. И там что-то и Y, да? Ай. И-ай. Да, вот это вот. Я, значит, неправильно. Это был Эльс. Ключ лжецов. Так, отлично. Слушай, ну, смотреть на самом деле со второго экрана довольно интересно. Ну да, в этом и... Чем-то полезно, да. Хотя, конечно, и минус есть с собой. Оу. Так, сейчас, подожди, я на толчке посижу. Он какой-то негигиеничный туалет здесь. О, я тебя вижу. Нет, это я. Да, это я. Ты, да. А ты где? Я наверху, сейчас иду. Так, я хотел посмотреть, нет ли чего-то там интересного в туалете. Так, бегу. Так, о, это я. Теперь я тут. А тебя нет. Ты исчез. Тебя не существует. Нет. А, нет, существуешь, да. Все. Вот. Кстати, это вот прям та камера, которая перед нами стоит. Так. Вон какая-то дамочка стоит. Да что такое? I am. Я прочитал что-то про потенцию связанную. Да, потенция в тебе, она говорит. Я думаю, что мне сидеть неудобно. А я, оказывается, на что-то сел. С потенцией связанной. Двенадцать минут, да. A+. Так, мы что-то, получается, поп-квиз. Ну, ты у нас профессионал по квизу. Я хуй знает, короче. Так.
А, они там отмеряют, типа, за сколько мы прошли этот. Да, у нас 10 минут, потому что телевизор, с телевизором разобраться. Да. А, нет, не 10. Это... Блин, лучше бы диф этот скин. Ничего себе. Визит. Получается, трясем друг. О, май, кто тут? Барышня. Короче, описание к этой игре. Где-то я видел. Что это типа как этот? Да уже разговаривали с ней, ты чё? Да я промазал. Простите. Описание к этой игре, что Гарри Поттер... Что бы было бы, если Гарри Поттер был бы... Без палочки. Гарри Поттер без палочки. Это была бы Гермиона. Так, извините, я что-то отвлекся. Я читаю, но не то. You made it splendid. It's not often I'm this excited about a pair of prospective students. Sorry to be speaking to you from this camera, but I needed to ensure my own safety. You see, this room is slowly filling with a memory erasing gas. A way to maintain our secrecy, should you fail my test. I'd say you have about 15 minutes until it leaks out and you forget all about the academy. Escape before then, and you pass. Let exam begin! Восклицательный знак. Exclamation mark. Мне написали, что мой коллега так долго читает, что я могу выйти в меню. What are you waiting for? A room full of gas is no place to relax. И чё, надо выбраться, да? У нас есть, я нашел маленький ключ. А я флоппи диск. О! Даже не знаю, сколько. А тут надо. Это шарики плохо работают. А потому что знаешь, почему они не круглые? Его шарики. Ну вот это вот. А-а-а. Не, ну так-то они нормально работают. Так, давай. Время уходит. Ну, мы и не будем тормозить тогда. Как обычно это делаем. Так, у меня есть отвертка, у меня есть какая-то фотка. Ой, да похеру на это все. Так, часы, цветы и, видимо, кубки. Надо, наверное, посчитать. И мы можем открыть. Так, если что, у нас есть табличка 952-4242. Проблемы с вентиляцией, позвоните 952-4242. Возможно, нам нужно действительно позвонить. А, вот, кубки нашел, 3 штуки. Кубка. Сколько цветов? Так. 3-4, да? Сейчас, одну секунду. Так. Да, блин, прости, ты... я отвлекался. Да ты дебил кусок. Да я знаю, я отвлекся. Ой, я вижу девочку. Она, кажется, курит. Поэтому, собственно, этот газ. Так, что у нас по цветам? По цветам? По часам. Вот что. Нам нужно... Знаете, позвонить надо. 12 часов. А. Давай звонить. 9, 5, 2, 4, 2, 4, 2. You've reached Jeb! Wait, headmaster
Delon? Aren't you interviewing the new kid? А, ну понятно, это была бессмысленная хрень, на которую я просто потратил. А, вот еще. Так, что надо посчитать? Что я посчитал уже? Все, что мог, я посчитал. Элизабета, Олес... Так, я нашел... Я нашел. Нашел? Отлично. Нашел хедмастер в Греции, 1991 год. Хедмастер в Египте, 1954 год. И хедмастер в 75 году в Жапане. Так, отлично. А, я понял, смотри, вот Греция. Ага. А, вижу, да. Надо так, подожди, давай смотреть. Давай, ты давай. Нажимай, а я тебе скажу. Давай. Вот только я не знаю, в каком порядке, с самого раннего. Так. Давай начнем с самого раннего. Египет, Жапан, Греция. Сейчас. А где Египет? Тут есть, разве есть Египет? Есть. А, есть, да. Так, Жапан. Греция? Так. Ставьте диск. У тебя есть диск? Вставляй сюда есть. Диск. Есть. Я люблю вставлять диски. Давай, вставляй свой диск. Dead. Блин, вот чего. Господи, я тупой, как не знаю кто. У меня же есть картинка. Лиз, Рик... О, если ряд. Есть буквы, то можно сюда их... Напихать. Не, не буквы, нужны... Тут девочки же... Ой, девочки. Имена, и вот они у меня на о, картинке. Я лису какой-то. Вижу. Энди, Ю, Им. Так, давай. Марибас, Барбар... А, это неподходящие имена, как будто бы, да? Вот отстой. Ладно. Понятно, это чуть-чуть позже, возможно. Так, Dead. И что у нас? И что, разбил стекло? Нет. А. Странно. У тебя есть какая-то последовательность буквенная? У меня есть, ну, 6 букв, я тебе могу на сказать. Пианине. Сыграй, пожалуйста. Сейчас. Ну, куда ты пошел? Нет. Ну, вот же оно стоит. Ничего не знаю, я не видел. А, не смогу сыграть, таких букв у меня нет. Ну, это даже не буквы, это эти, как их, это ноты, нам нужны ноты. То есть это не буква, С это не буква. Ну, это не С, это до, вот. До чего? До, блин, пятой октавы. Короче, этот по у меня есть какие-то имена и картинки, связанные с ними, но я парях. Но я не очень понимаю. Так, я пока запинил. Тут просто ни одно имя, по-моему, не совпадает. С этим. Барбара, Шарлот, Глория. Имя. PhD. Got a PhD. You've reached the campus police. All of our officers are out. Ты 911 написал? Emergencies. Escape. Escape. Etc. Gun title.
Так. Это the escape. Так. И-си-си. И что у нас может быть связано с нотами? А ты видишь этот мой... как его? А, да. Вот вижу. Вот эту картинку, да, ты да. видишь? Вот, я пока не очень понимаю, к чему она. Так, это как будто какой-то... Это Сэнди? Но С нету такой буквы. Чувствую, эту катку мы всрём. Dead. Господи. Так, не убивает. Эта тетка сказала, музыка никогда не умрет. Так, у нас получается первый имя есть. А что ты достал? Жаклин, ювелам. Как ты это сделал, скотина? Как сам ты... вставил дискету, она тебе написала, что надо сыграть. А то у тебя есть буквы, у тебя буквы есть. Ты сам же их написал. Ты чё? Вот, у нас есть Жаклин. Мы нашли одно из имен. Жаклин. Надо, я так понимаю, все имена найти. То есть она Жаклин, кто-то там. Вот. Жаклин. Так. Надо, короче, выяснить, как ее зовут. Сейчас, подожди. Одно из имен нам, по-моему, сказали по телефону. Давай еще раз позвоним. 952 42. Я просто не этот, как его, не обратил внимания. Что ты делаешь? Я тыкаю. Зачем ты тыкаешь? Люблю ты тыкать. Нажал unlock? Нафига ты нажал unlock? Нафига? Нам нужно три имя найти. Мы нашли два. Вот. Как ее зовут еще? Первое имя. Какое у нее? Саланж. Я услышал. Это третье. Ты его нашел. У нас получается, она Жаклин Саланж, но какое у нее имя само? Первое. Вот это первое из этих. Вот нам осталось определить. Так. Як... Что такое? Ну тут даже написано, если вы хотите выбраться, вам нужно найти мое имя. Логично. Надо читать, наверное, то, что пишет, да? Так. Сейчас, знаешь что, может я там тоже мог это увидеть? Где-то. Давай, ползи. Ползи. Нет, здесь, кажется, ничего. Да. Чего ты жмешь? Ой, я тебе чуть что-то не передал. Так, где мы могли встретить еще ее имя? А ты когда книги нашел, ты по какой этой бумажке это читал? Что? Ну ты как понял, что у тебя надо нажать Египет, вот это вот всё? Эти фотки. Никаких этих надписей на фотках нету? Тот Escape. Ну, Шато это, по идее, не совсем. Шато. Так, маска. Я понял, что нам нужно. Короче, поищи Сэнди сверху, есть имя? В первой колонке. Сандра есть. Нет. Барбара, Шарлотт, Дебора, Элизабет. Сэнди, наверное, Сандра это примерно одно и то же. Давай попробуем Сандру. Да?
Маша и Марго, да? Да. Плюс-минус. Ну, мы, конечно, прям впритык идем. Я вообще ничего не понимаю, что ты делаешь. В смысле, что я делаю? Ну, смотри, да подожди, куда ты? Я ничего смотри, не... я вытащил ключ. Дальше открыл стол, открыл вентиляцию с помощью этой. Позвонил. Мы узнали ее последнее имя. Ну, со второго раза, потому что я протупил. Вот, потом ты решил загадку с этим, как его. Тут я рассчитываю на тебя, но это типа я посчитай, да? Вот, потом ты решил загадку с этим. Мы открыли книги. Вот. Нашли флоппи диск, вставили его, сыграли на этой как мелодию. Появилось первое имя с помощью Ultralight One. Потом нашли по маске на фотографии. Вот, и в целом это все. Так. Да, у меня она единственное, что говорит, это. Да, подхихикивает. А вот, а интересно, а сколько тут всего игроков может быть? 4, по-моему, кооператив. Слушай, не знаю. Это интересно, каким образом этот сплитится экран. Как в Рике и Морти, когда они сломали время. Просто кусками. Ну, слушай, если сплитскрин, то, скорее всего, конечно, максимум 2. Та вторая всё. Игрушка вроде на 4 рассчитана. Welcome to the Academy. Предлагаешь вчетвером? Да, с двух аккаунтов каждый. С двух аккаунтов. Согласен. Chapter 1. Да, опять осень, как с кивиками. А я, кстати, не могу двигать. Во, теперь могу. Ой, иди нафиг, я не буду открывать дверь. My bad. Что? Я вышел случайно. Это давай, я, по-моему. Возможно. А, нет. А, короче, надо собрать полную эту. Да. Моя дорама там была написана. Полную хуйню. Моя дара. Это мы сейчас с моей дарами. Это это. А, difficulty, смотри, всего 2 ключика. 2 ключика. Hello. Блин, а... А потому что мы нажали этот, как его. Я короче, не хотел. Просто может быть, я думаю. Я тоже не хотел. Никто не хотел, понимаешь? Никто это. Никто этого не хотел. What are you waiting for? Я вышел нахер просто. Да, я так и понял. А, все, игра вышла. Ой, ну и нафиг эту игру вообще. Даже выход нормальный из уровня нету. Да нет, все нормально. Заходи. Тебе же код, наверное, нужен, да? А? Да, мне нужен код. Мне нужен код. Ну, код у тебя есть. Да. Так, сейчас одну секунду. Тут какие-то мемы на словакском. Добрый ден. Проминте але не разуми не словенски. Добрый... А, добрый ден. Якся. А, все. Да, неплохо. Так, профессор Слип. Чё, профессор? А мы куда-то уже успели пойти на задание? Ну, я тыкнул. Чтоб ты больше не тыкал никуда. Ой, все. Я решил тыкнуть за тебя. Professor Sleep. Так, давай, я же читаю, да? Subclass. I'm the art teacher. Sleep. Sorry. I mean Professor Sleep. Snape? Snape, да. Few years in and I'm still getting used to that. I was gonna kick things off this basic composition, but then I got a better idea. The momentum of escape. Escape.
It's the first thing I tagged, then I was student. And I'll be an excellent lesson for you. If you want to pass today... Класс. Ладно, все, я устал. You need to find the plans I stashed and leave your mark on the momentum. Well, I'm not sure how the headmaster will feel about your alterations. You would better be quick. She'll be back soon. Так даже проще читать. Ну. Так. Какой-то там монумент. Да. Всего-то полчаса у нас. Ничего себе. Расселся. О, да ладно, только не говори, что надо встать с определенной точки, чтобы... Да, да. Что-то. Причем я не понимаю, как надо встать пока что. Либо это вообще не относится, но выглядит, как будто это за... Этот, как будто это оно. Ладно, посмотрим. Так, два перекрещенных ключа. Угу. Почему-то можно смотреть на статуи. Так, тут всякие крестики. Что-то можно кликать. На статуи можно кликать. О, тут. А, я понял, нам надо фигуры найти. Не циферки, а фигуры. Так, нам нужно еще найти нос, покрутить глаза и брови у чувака. И рот ему раскрыть. Да. А, я понял. Это нужно сориентироваться на этого. Все, я понял, я вижу. Угу. То есть одна бровь немножко вниз. То есть это прямо. Это вот так. Угу. Дальше открываем рот полностью. И надо найти нос. Увидишь нос, короче, этот. Это нужно для чувака. Да. А, вот тут я не очень понимаю. Тут как будто в разных этих... Во, пазл. Ничего ты там уже нарешал. А, глаза, глаза же надо посмотреть на глаза. Но глаз тут нет. Все, вижу глаза. Одно влево, другое прямо. Так. Все, остался нос, получается. Получилось, что мы сможем куда-то наверх залезть, чтобы посмотреть сверху. А, то есть это все не совсем так. Это все не так просто. Короче. Вверх, вниз, лево, вправо. Вверх, вниз. Вверх, вниз, вниз. Вправо, влево, вправо. Что-то я проебался. Еще раз, пожалуйста. Вверх. Вверх. Вниз, вниз. Вправо, влево, вправо. Вверх, вниз, вниз, вправо, влево, вправо. Что-то не работает. Может, я неправильно сделал? Ладно, разберемся. Сейчас я пока посмотрю на человечка. А, я понял, наверное. Сейчас, секунду. Блять, ты что ты? Это или это для разных этих надо? Вот, например, разные типы глаз. Вот так это идет. Потом вот так. Надо разные варианты попробовать. Но сначала надо найти нос.
Надо найти нос. Короче, можешь еще раз попробовать? Давай. А, вправо. Вправо, влево, вправо. Вверх, так, вниз, вправо. Вниз. Вправо, влево, вправо. Вверх, вниз, вниз. Да. Так, тут двойка нарисована. Один, два, да, дальше. Три. И, наверное, четыре. А дальше символ. Ага. Ух, классный сейф. Видеть невидимое, нам говорят. А я знаю, я понял. Да, я тоже понял. Это отсылка к тем штукам на этих снаружи. То есть колодец, да, это один. Колодец — это колодец? Пятиугольник закрашенный. Что? Пятиугольник закрашенный. А где ты его нашел? Ну вон же он. А, он там далеко. Все, вижу. Мне, да, кажется, что вот этот вот пятиугольник как бы показывает, что это пятиугольник. Ну вот на полу нарисован. Колодец. Так, я зарисую все. Пятиугольник. Хорошо. Так, дальше что? Второе у нас получается, это... Ага, это квадрат с квадратом. Это вот это. Это получается круг и пятиугольник. Ну... А, слушай, нет пятиугольника. Ну вот он. Есть пятиугольник, но это круг, короче. Так, третье, что у нас такое? А, третье — это замочная скважина. Замочная скважина — это три пятиугольника, и это три кружка. А, ну и, собственно, вот это шифр, как открыть сейф. Изи-пизи. А на этом все. Не забывайте подписываться на канал, заходить ко мне в Телеграм, в Дискорд и куда-нибудь еще. А, еще у меня есть Дзен. Туда тоже заходите. Всем удачи и пока.